что, наш первый день продолжается. Мы не смогли поменять деньги, искали банк, но банк закрылся в 5 часов, мы немножко не успели. И пришли на рыбный рынок. Это такое местечко, где в самом центре самая свежая рыба, креветки, кальмары. Покупаешь кальмары, тут же в ресторане и готовят. И вот мы набрали, потом покажу, сколько мы купили. Заплатили 900 рублей за свежие морепродукты, плюс мы заказали салат. Большая порция стоит, по-моему, 300 рублей, но я еще проверю. И заказали белого вина. Там у нас какие-то разборки идут с компанией, то есть наш капитан приехал с картой и не может внести депозит за яхту. Депозит за яхту 2000 долларов. Вот. Он почему-то решил, что его карта будет работать, но в итоге они там разбираются, то ли переживает, но я думаю, что все будет хорошо. Сейчас мы покушаем. На самом деле здесь очень красиво. Смотри. Мы очень голодные, очень хочется кушать. Что я там нашел? Ну-ка. Вкуснее свежих морепродуктов не может быть ничего. Это что? Какая вкуснятина. Вот, тебе подушку под попу принесли. У меня жесткая попа. Как мягко. Ой, как вкусно. Ну, просто супер. Вот там мы эту рыбку выбрали. Рыба. Тут же нам ее приготовили. Сам ловить рыбу. Поймать рыбу надо. Да. Это не сам, это не самый экономически выгодный вариант, потому что он купит все, что тут есть. А именно вот снасти. Вот, я не знаю, но вот эта штука очень классная. Мне кажется, в нее можно поймать осьминога. Не знаю, почему-то я так думаю. Красивые цветные сачки. Очень красиво. Слушай, классно, что они делают их цветными. Это красиво. Вот. Вот это какие-то катушки, я так понимаю, их бросают в воду, и на них цепляется тунец. Ну, цепляется, конечно. О! Вообще, тунца можно не только поймать, а еще, видимо, подстрелить. Вау, ничего себе. Да что себе магазинчик на рынке. Не слабо так. Ого! Толик, тунца можно подстрелить. Толик вышел с магазина. Я начал говорить, давай купим что-нибудь на завтрак. Ну, я по привычке покупаю, как на всю семью. Вот. Теперь нам нужно найти нашу яхту и перегрузить все в холодильник. И, в принципе, все. Так, вот наша яхта. Сложенный. Как раз я думаю, надо бы пойти помочь. Как наша яхта называется? А? Как наша яхта называется? Зенит. Зенит? Смотрите. Зенит. Домики уходят Зенит. Вверх. То есть это... Зенит солнца. Давайте.